миротворцы распространили очередное видео. На сей раз о собственной экскурсии в монастырь Худавенг, который, впрочем, на видео именуют по-армянски Дадиванг. Можно не спрашивать, почему монастырь Худавенг называют Дадиванг, и не искать подтекста в словах, что в 17 веке его разграбили местные племена. Но экскурсия состоялась на фоне очередной истерики Еревана по поводу анонсированного Азербайджаном мониторинга албанского наследия. Не секрет, что армянские церкви и монастыри были важным аргументом для, в кавычках, обоснования территориальных притязаний к Азербайджану. А сейчас выясняется, что церкви никакие не армянские, а армянизированные уже в позднейшее время албанские. И если в такой ситуации миротворцам устраивают экскурсию в Худавенг, который называют по-армянски Дадиванг, не увидеть тут политического подтекста трудно. Особенно на фоне принятого сепаратистами, в кавычках, закона об оккупированных территориях. Религиозные чувства российских миротворцев заслуживают понимания. Но командование миротворцев при организации экскурсии должно было подумать о возможном политическом резонансе. Особенно теперь, когда все больше вопросов к деятельности миротворцев. Российские миротворцы континента побывали в историческом месте. Это монастырь Дадиванг. Мы прикоснулись к истории предков. Мы увидели, как люди дорожили этим событием, как на сегодняшний день они дорожат им. И по приезду домой обязательно расскажем об этом месте. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.